Друзья, всем привет! Это видеообзор квартиры, которая находится по адресу улица Цесовская, дом 4. Квартира у нас видовая, как можете обратить внимание. Ну, в этом доме практически все квартиры видовые, но проблема в том, что всегда в этом доме на аренду квартир практически не бывает. А квартир на аренду в этом доме можно пересчитать, наверное, по пальцам одной руки, и это одна из них. Причем, при всем при этом, квартира сдается у нас впервые. То есть до этого здесь жили только сами собственники, состояние квартиры очень хорошее, но и давайте обо всем по порядку. Но первое, конечно, о чем хочу сказать, это месторасположение. Это самый центр Иркутска, это культурный, деловой, исторический центр. А вот здесь, получается, у нас вид на противоположный берег, Староангарский мост. Так выглядит у нас Ангара. Ангара, объясняю для приезжих людей, она зимой не замерзает, она зимой очень красиво парит, даже при минус 40. Вот, ну и вид, конечно, здесь всегда шикарный. И закаты как раз с этой стороны. То есть вы понимаете, что квартира видовая, еще и можно сансеты, да, получается, понаблюдать. Вот, по квартире. Квартира у нас двухкомнатная. А, по инфраструктуре еще хочу сказать. Закрытая территория двора у нас, а детская площадка очень хорошая. Есть подземный паркинг, но это нужно уточнять дополнительно о наличии свободных мест. И также по инфраструктуре, так как это центр города, здесь в шаговой доступности практически все главные заведения, там, я не знаю, администрация, правительство, бары, рестораны и так далее. Вот, ну и по самой квартире. Квартира у нас двухкомнатная, но она очень просторная, точная площадь, ну, здесь, наверное, где-то в районе 100 квадратов, но более точно увидите в описании. А сейчас мы находимся с вами в зале. Обратите внимание, зал очень просторный. Собственники здесь готовы на момент записи видео еще установить большой классный телевизор, доукомплектовать необходимой мебелью при условии долгосрочности аренды со стороны собственника. Также классная зона, мне нравится вот здесь, сюда можно поставить либо обеденную группу перенести, либо, например, если вы художник или есть у нас такие клиенты, можно прямо сюда поставить холст и здесь рисовать. Ну, очень замечательно. Вот, и причем при всем при этом, что здесь можно полностью вот шторы, свет не пропускает, можно, опс, и зашториваться, если это необходимо. Далее, кухня. Кухня у нас чистенькая, аккуратненькая. Имеется все. К сожалению, на данный момент здесь нету посудомоечной машины, но, возможно, мы этот вопрос как-то решим, если она вам необходима. Повторяюсь, возможно. Не могу со 100% уверенностью сказать. Холодильник у нас встроенный, вся техника у нас встроена марки Bosch. Тоже о многом говорит. Вот разная подсветка у нас вот, с этой стороны. Вот, ну и здесь тоже у нас балконная группа. За счет этого много у нас естественного света. Здесь выход у нас вот на такую замечательную лоджию. Можно сюда что-то скинуть такое не особо важное. И вот наблюдаться таким видом. Дальше. Еще у нас есть один балкон. Он находится в другой комнате. Сейчас вам про него тоже подробно покажу. Ну, идем дальше. А санузел у нас здесь раздельный, точнее, правильно будет сказать, что у нас один гостевой санузел. Причем, кстати, обратите внимание, как классная дверь, это железо. То есть здесь двойная дверь, шумоизоляция, вообще с подъезда ничего не будет слышно. И тут, кстати, всего две квартиры на этаже, поэтому, ну, такой вот формат квартиры, кто хочет, ну, максимальное уединение в городе. Вот, то есть здесь прямо, ну, лишний глаз не будет. Далее, это у нас гостевой санузел, вот так вот он выглядит, чик-чик-чик, оп. Пришли, то есть руки помыли, вещи повешали. Вот здесь вот такой вот у нас шкаф достаточно вместительный. Оп. Идем дальше. Помимо этого, здесь есть еще вот такая гардеробная. Она тоже достаточно немаленькая, функциональная, что самое главное. Вот все вещи можно сюда тоже сложить аккуратненько. И будет вам удобно этим пользоваться. Дальше. Санузел. Санузел у нас здесь совмещен, и большой плюс этого санузла, что помимо здесь ванны, вот такой стильный, классный, видно, что дорогой, а имеется еще душевая зона. То есть это очень удобно, кто-то из членов семьи любит больше принимать душ, кто-то принимать ванну, обычно мужчины больше склоняются к душевым, женщины к ванным. Вот, то есть здесь и тем, и другим будет комфортно. Так это все выглядит. Оп. И пойдемте вам покажу спальню. То есть квартира, наверное, в первую очередь предназначена для двоих людей, либо, ну, для людей с одним ребенком, потому что здесь вот всего две у нас зоны, так сказать, можно. Это зал и кухня, и спальня. Вот, вот так вот выглядит наша спальня. По местам хранения также вот есть вот такой небольшой плательный шкаф, комод для того, чтобы посидеть, поработать, да, в принципе, тут, в смысле, и комод, и рабочий стол одновременно. И
Вот такой еще у нас крытый балкон, куда также можно какие-то вещи сложить. Так выглядит у нас двор. Заезд у нас через ворота автоматически вон там. Ну и вот, собственно, центр города. В принципе, все показал. Будем рады вам эту квартиру показать вживую и пригласить в нее для проживания именно вас. Спасибо.